Сегодня в мемориале «Брестская крепость Герой» прошла торжественная церемония принятия присяги сотрудниками Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области. Молодые специалисты, произнося слова клятвы, хоть и волновались, но виду не подавали. Профессия обязывает уметь в первую очередь справляться с собственными эмоциями и к любому делу подходить ответственно и рассудительно. А иначе не может и быть. Слишком серьезные задачи и вопросы должны решать сотрудники этого ведомства. И все 19 сегодня приведенных к присяге следователей это понимают и готовы работать с полной самоотдачей. Сегодня на священной территории земле Брестской крепости молодые сотрудники Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области были приведены к присяге. Конечно же, клятва в столь знаменательном месте перед лицом своих товарищей, верности Родину и народу – это дополнительный стимул к тому, чтобы сотрудники выполняли свои должностные обязанности честно, объективно и максимально эффективно. Причины, которые привели к такой не самой простой профессии, у каждого из принимавших присягу сегодня свои. Кто-то продолжает семейную династию службы в правоохранительных органах, а кто-то мечтал стать следователем с детства. Но все они прекрасно понимают важность, нужность и сложность своей работы, готовы к ожидающим их трудностям и верят в то, что смогут принести пользу стране и людям. Еще со школьной скамьи я мечтала служить народу и помогать людям творить добро, бороться со злом. Поэтому сегодня я в Следственном комитете. К службе в Следственном комитете прежде всего, наверное, привело призвание. Всегда хотелось быть офицером, это очень почетно, для меня это очень важно. Во время обучения, получение высшего образования уже как-то сформировалось мнение, что необходимо работать в силовых структурах, потому что мне всегда это нравилось и было огромное желание. Лично я для Беларуси хотел бы сделать так, чтобы меньше было преступности, граждане чувствовали себя защищенными, спокойно спали и чтобы было мирное небо. За время существования комитета возросло количество раскрытых преступлений и значительно снизилось число разыскиваемых преступников. А значит, несмотря на все сложности, сотрудники комитета выполняют свою работу именно так, как это необходимо. И принявшие присягу сегодня следователи должны только укрепить эти позиции.